мы сильно шагнули вперед. Я думаю, что в этот год у нас там есть в проектах две площадки, там еще что-то. Я думаю, ваши договоренности с министром спорта, они как бы назад уже никто не сдаст. Дай бог, чтобы вот это все сделано, но еще раз говорю, тут надо будет ваше прям личное присутствие. Ну и, конечно, оглядываясь назад и смотря вперед, я вот как депутат честно готов поставить положительную оценку не только работе администрации, но и главе города лично в том числе.